И я вас всех приветствую сейчас на канале. И мы продолжаем играть эту замечательную игру и заражать весь мир. Биооружие у нас сейчас. Да, смертельный патоген, убивающий все на своем пути. Так, что же мы здесь? Блеск цитохрома дает бонусные очки с оранжевых пузырьков. Так. Дает бонусные очки с красных пузырьков. Давайте возьмем с красных пузырьков. Так, где-то у нас здесь ничего. Тероцит ускоряет распространение болезни по суше. Давайте сушу возьмем. Так, а графит. Больше очков ДНК. Ладно. Начинаем. Что мы здесь возьмем? Силент атак. Ну давайте его начнем. А я там не помню. Выберите стартовую точку. Возьмем Египет. Давайте Египет начнем с него. Распространился на страну Египет. Хорошо. Распространилось, так распространилось. Так. Биологическое оружие. Выспорожденное, так, ясно. Ну, начнем. Что же здесь у нас даст? У нас уже сразу идет смертность. По одному очку это все. Деактивация геном сокращает летальность путем деактивации ключевых генов. Ну давайте, ладно, возьмем токсина какого-то. Так что смертоносные гены будут разблокированы со временем. Но мы пока смертность убрали. Начнем так. Распространяться пока. А, нам здесь же по воде надо начать и воздуху. И опять смертность выросла. Так, лучше распространяться в засушливом климате и самолетами. Давайте воздух, а потом уже возьмем самолет. То есть это воздух, потом воду. Я думаю, это нам поможет. Думаю, может и не сильно. Что-то оно вообще не хочет распространяться, а смертность-то растет. Смертность-то растет. Давайте возьмем. А сколько здесь? 13 надо. Подождем 3 и по засушливой пойдем. Ох ты, у нас уже все готово. Давайте на сушу пойдем. А это нам дает что-то? Я что-то вообще не понимаю. Да тот симптом я вообще не понял, куда он, чего его применять. Мы как-то тут распространяемся, но непонятно, киста мутировала. Киста это что у нас? А, так, улучшение распространения болезни. Это нам распространение, это хорошо. Пускай киста. Киста неплохо нам дает. Смертность зато вырастает. Я вообще не понимаю. Давайте птиц возьмем, может. Хотя нам и вода нужна. Но птицы, они универсальны. Они летают. Корея оплакивает жертву землетрясения.
Хорошо, они оплакивают. Еврозона близка к распаду. Угу. Еврозона хочет распасться. Возможно, нам это даст плюс. Может и плюс, а может и нет. Ох ты, смертность. Останавливается со временем. Давайте немножко это. Пускай оно там может само со временем-то там восстановится. Не знаю. Новая легкая болезнь все распространяется. Первая смерть от болезни. Нас уже мы начинаем умирать, а мы еще даже. Так, значит, работа над лекарством. А мы еще так толком не распространились. Корабли эти плавают по одной точке. И самолеты одно, второе. Смертность небольшая. Давайте пока холод возьмем. Потому что что-то мы вообще никак не хотим. Рвота мутировала, ладно. Пускай их тошнит пока. Так, теплые страны пошли что-то. Симптомы рвоты. Давайте еще, может, кашель подключим. Давайте кашель подключим. Так, посмотрим, что-то у нас здесь. Какой-то всплеск пошел. Так, неплохой всплеск. То, что нам, возможно, и нарку, а возможно, и нет, не знаю. Давайте так и пока так. А, есть еще у нас... У нас еще вода есть. О, отлично, то, что я хотел. Так, фонтанирующие рвоты. Может, это нам поможет. Рвота нам, может, поможет. Тем более, еще и фонтанирующая. Так, тайная олимпиада в Рио. Ну, думайте, думайте насчет того, проводить ли олимпиаду в Рио. Так. Подумают они еще насчет олимпиады. А мы, наверное, возьмем холод 2. А, и таблетки точно же, я же забыл. А что у нас здесь? Симптомы. Так, что ведет к распространению инфекции по воздуху. Хотя, а, и получается у нас... У нас получается, что идет смертность. Ну, может, она еще небольшая, мы сможем ли... А уже назад, наверное, не сможем откатить. Ладно, давайте продолжим, посмотрим. Хотя Африка, так, Южная Африка закрывает аэропорты. Так, стойте, стойте. Мир-то еще не особо, подождите. А что у нас? Давайте через животных и воздух еще подключим. Симптом мутировал. Воздух должен хорошо распространить. 8%.
Давайте еще пока корабли, может, пока можем. Так, Австралия лидирует в разработке лекарства. Так, здесь, а что у нас? А, весь мир уже заражен, это вот отлично. Весь мир заражен, это нас уже немножко радует. Теперь нам сып мутировал. Пускай теперь мутации идут. Мутации теперь пускай идут. Мы сейчас немножко сделаем. Так, 118 у нас. А что у нас еще дает? Хорошие показатели. Нет, нет. О! Внутреннее кровотечение. А потом еще отказ органов и все. Так, Корея, в стране началась разруха. Хорошо. Так, здесь 31. Приоритет всего мира разработки лекарства. Так, ну где наша надпись? Дерия мутировал. Что не осталось больше зараженных. То есть это. Ой. Комбо. Ой. Что больше не осталось здоровых людей. В мире не осталось здоровых людей. Это отлично. А здесь у нас есть 15. Вот это и есть. Должно быть помочь нам. Вот это идет взрыв полностью. И должно очень быстро начаться уничтожение людей. Все, смотрите, как быстро. У нас просто Ирак в стране анархия. Красиво же. Это просто вот идет ген аннигиляции. Ну, Армагеддон такой в мире становится, и он вообще мгновенно все уничтожает, что будет и... Потому что летальность полная. Армагеддон — это, конечно, красиво и быстро. Видите, как вообще, если у тебя уже не остается очков, можно убить Армагеддоном очень быстро. Все. Уничтожил всех людей. Возможно, это прекрасно. Мы победили. Победа Биар уже. Ну, это было, конечно, нужно было подумать. Он-то так уничтожать спонтанно и непонятно. Но его нужно было уничтожить. В принципе, это было не особо так тяжело. Но все-таки было интересно. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Если хотите, то распространяйте это видео. Ну и подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.